Надеюсь, Макс Дробышев смотрит на нас. Еще одна попытка у нас есть, если что. Все. Вернее, мы еще один раз можем выйти. В следующий раз уже по-любому играем. Никто не вылетел. Если все молчат, значит пока все хорошо. Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Мы потираем руки в предвкушении великолепного матча. Говорю мы, потому что работать для вас на этом матче будет дуэт комментаторов Константин Генич и Георгий Черданцев. Привет, Константин. Привет, друзья. Начинаем нашу трансляцию. Сегодня будет интересно. В прошлом сезоне они неплохо зарекомендовали себя, оставшись в не самом простом четвертом. Георгий, а почему вы... Ген, не-не-не, назад, Заур. С кем? Да, один стоит. Просто подавляйте сопернику, наверняка получит нагоняй от тренера Зай. Сразу. Молодец. Туш-сантуш Авей. Бершай. Загружает мяч в штрафную площадь. Мяч на боковой линии. Так сразу на фланг все пришли. Подающие защитники. Дальние будут, похоже. Дальние будут, да, закидывать будут. Капитан говорит. Спокойно. Миралес. И эта атака завершает... Хорош. Молодцы. На Ибру вынос под скидочку. И вот потери в центре поля. Чтобы получить мяч, надо... Это штрафной. Что? Мне подключиться, Лёш? Так, мне. Мне. Дальняя штанга, да? Так, на дальнюю. На дальний угол. На дальнюю Ибра, да. Так, сзади без обреза. Лучше бы Ибра пробили. Ах ты, блядь, слишком нежно. Блядь, долгий у тебя разбит какой-то. Стандартный надо ставить просто. Блин. Прям чувствую. Через дом, Артём. Справился. Молодец. Во фланг все сразу. Слева убежал. Макс, всегда жди дальнюю. Занимай чуть правее позицию, чем, блядь, есть. Твист, старайся это, голову выигрывать на вынос, на удар. Опасно, он проигрывает чисто. В центральной зоне передачи должны быть точнее, защитник перехватил. Блядь, Миша, ты где? В смысле? Я ж ЦЗ. А, ты ЦЗ. Серёжа. Не Миша, Серёга. Серёга, да. Да я просто играл. Чего это? Жопа пас. Спокойно, ребят, спокойно. Так пробуем выходить длинным пасом во фланг. Прессингует жестко. Так, будет кидать штрафную. Глянь. Пацаны, я опять вылетел, это что-то моросня какая-то, непонятно. Все, играем, уже играем. Диагональ. Да, извиняюсь за интернет. Все, тихо. Вам удачи. Давай, спасибо за урок. Неплохо задумано.
Беги, беги, Артём. Китко. Юца. Хорош. Молодцы. Красавчик. Здорово, здорово. Миша, я Ибра скинул. Хорошо. Миша, как всегда. Расслабляемся. Тёмов также забегается что-то по флангу. Где нормально так прошло. Вот ты говоришь, жопой с левой. Ничего, залетело. Все, 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 все. Смотрите. Сейчас они пойдут на обход. Полки сожмите. Отличный удар. И все. Слушай, ты совсем во фланг не убегай. Я буду боту давать команду, он будет отбирать там нормально. Пошел. Ну, пас. Ёлка, красавчик. Хера себе, блядь. Ну ты, конечно, да. Да нормально. Пол говном не пахнет. Да не точно на первом месте. Уже нет. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Все, 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 все. Тихо, тихо, тихо. Играем, играем. Собрали, собрали свои булки, блядь. Играйте на максимум. Вынос. Хорош. Так, играем попроще, ребят. 2-0, попроще, пониже, все. Неплохо действует игрок, мяч отобранный, что дальше? Хорош фунт. Душ Сантуш Квейн. Родригес. Чем беги? Ой, какая у них дырка там все время. Нормально, нормально. Хорош. Офсайд. Чем не засыпай там? Тёма, также беги, если мяч оказывается у меня в ногах, также беги. Блять. Хорош, Лёш. Теперь надо отходить в оборону. Родригес. Блять. Молодец, зовут. С игроками, с игроками. Хорошего бота оставил. Сопернику в ноги. Неудачно. Хороший. Межцентр, не уходи особо. Проще, фунт, проще. Здорово, выбрал позицию, прочитал передачу. Проще, чем открытый был. Не получилось. С игроками, с игроками, с игроками. Отлично выбрал. Закинь. Сереж, не надо таскать, сразу. Во фланг вперед, во фланг. Кидай, кидай, кидай. Подожди, пока откроются, и многие, чё торопимся. Лёх, я накрываю. И первым на этой передаче хорошо оказывается защитник. Хорош. Чё и наш. Всё хорошо. Далеко на Ибру. На Ибру под скидку. Ой-ой-ой. Миралес. Бля. Вынос, вынос. Смотрите, осторожно. На чеку перехватил он эту передачу. Пошел, 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 пошел. Угу. Все, 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 хорошо, ребят, хорошо. Нормально. Да, ребят, первое. Больше никогда не говорить фразы, типа, это они на первом месте? Никогда. Никогда такую фразу не говорите. И в той момент. Миша, защите, думай. Потом будем говорить. Еще по игре, потом поговорим, давай. Не, потом. А по игре еще в той момент. Бежит человек по флангу, не нужно ему... И не нужно кидать ему кучу советов, что ему нужно сделать. Ну,
Это так? Да, это сбивает. Через правый фланг только играет. Вообще это просто у Артема такой стиль, он всегда так играет. Не через правый фланг играет, потому что там бот, поэтому не играет. Да, блин, вообще жесть, ни одного отбора, ни одного паса. Все, не-не, сосредоточься. Все нормально. Чё ты за это? Не увлекаемся, не увлекаемся, пониже играем. О, есть. Блин, ну почему он тут баг такой? Вынос. Все, беги, бочка, беги, я подстрахую. Блин, пенальти. Сука, так бы гол был. Тихо, мат. Тёма, бей. Так, бездай. Вот бьет, кто это сам заработал. Да. Испокон веков. Сразу набегаем. Молодец. Хорош, Тёма. Ребята. Красавчик. Все, ребят, тотальная оборона. Да все, давайте, капитан, говори. Тотальная оборона, все. ЦП, блин, не бежим. Правые защитники тоже минимальное подключение. Главное, без обреза. С игроками играем плотно. Хорош. Сантуш Авейру. Хорош. Молодцы. Сереж. Молодец. По краю, аккуратно. Перевод, Артём. Заки. Блядь, что ты за пас, блядь? Отдал прям под игроками. Перевод, я же сказал, Артём. Защитник перехватил передачу. Кару, ребят, кто должен там быть? Ген, ты не отпускайся. Рауль там. Да я подошел под фланг, потому что туда спустился Артём вниз. Жень, по позиции играй. Вот там. Я по позиции? Ну да. Просто прессинг. Ну ты прям передо мной прибежал и начал отнимать. Ладно. Не уходи из своего фланга тут. Да, не штанга. А, нет, ПЗ. С игроками, все с игроками. Разобрали игроков. Крош. Все, молодец. Закинь. Вот. Потеря. Хорош. Центр скидывай. Опасно как. Хорош. Сердце. Хорош. Но все равно. Мой красавчик. Здорово, да. Фунт ниже. Ребят, не стойте слишком высоко, защита. Хорош, мать. Бля, мне казалось, ушел. Хорош. Кидочку. Поборись, Ген, поборись, до конца. Да и до конца, но... Теленочка уже не... Все. Я не столкну его.
Плохо сыграно, мяч потерян. Вступает в игру вратарь. Хорош. Молодцы. Так, неплохо. Он бьет. Молодец, Макс. Молодец. Ждем подачу от углового флага. Дайте, я на ближнюю встану тогда. Миш, Миша, обратно, обратно, обратно. Отличный удар. Вот так можно. Так почаще. Это уже третий темп у них начал. Ничего, ничего. Кину, Артём. Угу. Красавчик. А, молодцы. Распорядился. 6-0 сделано. Блять, не пропустить главное, ну, ребят. Молодцы. Главное не пропустить все. Это точно. Сегодняшний день он запомнит надолго, потому что игра у него сегодня идет как никогда. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Какая боль 5-0. Я ему черданцев дебил. Назад скатили. Не торопись. Тихо-тихо, Артём. Зря там фитит мяч. Непросто. Хотя до матча представлялось, что никакой благосклонности-то и не понадобится команде. Она просто выйдет и выиграет, хоть с завязанными глазами. А нет. Крош. Не спеши. Поспешим. Ну, знаешь. Сегодня начал сомневаться. Да. Дело-то не в ней, а в духе, в настрое. У кого-то он есть, у кого-то нет. Родригес. А! Бля, катнуть надо было. Ну да. Я хотел пробить, и не получилось. Молодец, Саур. Вынос. Лукаку. Центр, центр, центр. Все поздно. Блядь. Хорош. Хорош. Спокойно, спокойно, спокойно. Вешай. Артём, не надо, там их четверо. Между тобой и воротами. Я дойти хотел навесить. Серёж, спокойно, да-да-да. Скинь. Скидывал. Хорош, хорош. Молодцы, ребят. Хорошо. Я даже знаю, кто MVP матча. Нет, нет, это видеозапись. Спасибо соперникам за, за матч, да. Конечно. Была упорная борьба. Спасибо, да, ребят. Да, да. Не, ну на самом деле начали они вроде хорошо, но вообще ничего не показали. Конечно, обидно, что у нас на первом месте команда и потенциалом сейчас. Ну, может, что-то, ребят, не пошло, да. Да, один матч не показать. Финтиньо! Ху-ху. Ген, ты моменты запишешь, да? Да. MVP. Я говорю, моменты запишешь тогда, ладно? Ну да. Ну я этим занимаюсь. У меня тоже 87 запишешь. У меня ставка зашла, пацаны, X2. А, да, кстати. Три штучки отгрузив. Молодец. Ну там, конечно, гол вот этот с того угла. Вот не забил бы, но втыкали, да, Ген? У Артёма же это его стиль, это что он так забивает с угла. Джина, фу. Нет. Черданцев дебил. Тёма мгновенно написал комментарий, моя зашла, блядь, в группе Систол, блядь. Тёма, не нахуй, блядь.